В преддверии Нового года депутат Московской областной думы Александр Легков сделал праздничные подарки врачам районной больницы и спортсменам клуба инвалидов-колясочников Сергей Радонежский. В праздничную ночь в районной больнице будет рабочая обстановка по лечению пациентов. Условия работы в режиме ковид-центра не позволяют устроить новогодний огонек. У нас же есть несколько помещений, где наши сотрудники отдыхают. Период между сменами, период смены, где принимает пищу, где переодевается спецодежда. Угу. Ладно, вам здоровья, не болейте. Самого хорошего, спасибо. Команда по кёрлингу для инвалидов-колясочников Сергей Радонежский тренируется на площадке ледовой арены «Сергиев Посад». 4 года назад инициативу спортсменов поддержал директор спортивного объекта Борис Бородоцкий и предоставил время для 3 тренировок в неделю. Член команды Елена Туркина рассказала депутату об особенностях игры в кёрлинг людей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Все спортивные просьбы, хочется помочь, и то, что люди приходят с какими-то там сложностями, которые в чем-то нуждаются, спортивный инвентарь, всегда идем по максимуму, чтобы сделать и помочь им. То, что касается кёрлинга, здесь необходим профессиональный инвентарь, они, собственно, его попросили. Александр Легков подарил клубу инвалидов-колясочников Сергей Радонежский профессиональный набор для игры в бочи. Депутат надеется, что в ближайшие годы в Сергиевом Посаде появится специализированная площадка для кёрлинга, чтобы местная команда смогла готовиться к участию в международных турнирах и первенствах. Семен Семенов, Алексей Петров, День города.